пиво або шампанське? Ну, конечно, шампанское, но на самом деле ни то, ни другое не сделает вас прекрасной. Андрей Шевченко футболист або Майк Тайсон боксер? И Шевченко футболист, и Тайсон боксер. Кого побрала, Светлана? А, ну, конечно же, своего. Что же нам чужих мужиков-то выбирать? Я правильно не понимаю. Конечно же, Андрея. А вареники або пицца? Конечно же, вареники. Самые вкусные вареники это у нас. Реал Мадрид або Динамо? Динамо? Ну что такое? Что за вопросы? Я не понимаю. Шпилька або кроссовки? Вот здесь шпилька. Мясо чи овощи? Овощи. А с кем из сказковых персонажей себя ассоциирует Светлана Вальнова? Знаете, такая большая была кошка Багира в Маугли. Это я. Брак або кохання? Возможно ли брак без кохання? Нет. Возможно ли кохання без брака? Да. А если вместе? Брак у кохання. Да. Нет, кохання в браку. Чи кохання в браку? Брак у кохання. Да, вообще брак плохое слово. Да, тому краще кохання. Тому що українською шлюб, так? Яхта чи карета? Карета, конечно. Секс або відносини? Конечно, відносини. Скрипка чи рояль? Це не Олег Скрипка, просто. Рояль, конечно. Платье або якийсь піджак? Женщина, безусловно, только платье. Літо або зима? Все прекрасно, на самом деле. Но летом женщины более красивые.